сегодня мы в Костко покупаем. С Костей отправили детей в школу. Покупаем продукты какие-то. Здесь сумасшествие. Время уже просто 10:30. От того впечатления, что я не знаю, после работы. В общем, сейчас по $10. Вот такой костюмчик. Штаники, ретузики с такой типа туникой. Потом она может быть как кофточка. Я Габи взяла на 5, оно ей будет надолго. Вот, 10, сколько оно сейчас? $10 вместо 17. Вот. Потом я еще взяла, ну хорошо, потом взяла себе еще журнальчик. Костка на все журналы 30% скидки. Ой, какие хорошие. 49. Это что, это штаны? Да, только штаны. 49. Это мужские? Нет, это сервис, то они. Нет, это не оно. Короче, вот взяла еще журнал. Он стоит 2,79 и 30% скидки. Вообще на все журналы в Костко 30% скидки. Выгодно. Взяла порошок такой, мне нужен был. Пахнет неплохо, но не знаю, вряд ли он что-то отстирует. $15 на 200 стирок. Костя себе взял штаны такие. А здесь картинки нету. Тоже сейчас. Почем они, Костя? Кто? $20? 15. $15 пумовские штаны. Прокладки, ну, в общем, немножко одну, такие да, покупочки. Я решила еще взять ей на 7 лет такой же костюмчик Габи, пусть будет все-таки за $10 такой набор, пусть висит на вырост. Будет ей еще на вырост вот такой серый. Так что у нее будет серый и фиолетовенький наборчики. Костюмчики оказались в конце по большой цене, в общем, по $17, так как они были, это была распродажа, и она закончилась вчера. А мы и дошки взяли, так как мы точно не знаем остановить, какой у него будет лучше подходящий размер, 10-12 или 12-14. Мы взяли ему две пары. Потом вот таких вернем. Штаников. Одну померяем, и мы максимум вернем то, что будет большое. Вот такие штанишки. Они тепленькие внизу, то есть это уже будет не на сейчас, но чуть-чуть более теплый период. Даже на зиму, я думаю, он может носить. Не на зиму. Пока еще без snow pants, но уже холодно. Вот будет эти носить. Так что мы расстроились за костюмы Габи. Ну, ничего страшного. Вот 12,99. Какое-то красивое. Такое масло, как духи. Шанель. Номер 5, а это номер 3. Элизондо какие-то. Почти скопировали шанелевские духи. Только вместо номер 5, номер 3. И это не духи, а Extra Virgin Olive Oil. Возьмем деткам Goldfish, немножко разнообразим их снаки в школе. Они все едят или уже нет? Вот сейчас скидка. Мы взяли деткам в школу питьевые йогурты. И да, эти яблочки взяли. $13. Едем дальше. Так, вот пробнички приехали. Сырочек. Как, Костя, сыр? Как сырок? Никак. Какашка. Быстро съел. Ладно. Не спеши, пицца. Пробуем, следующие пробы снимаем. Из дополнительного взяли. Взяли только лишь, ну, настраивайся, сметана. Так, мы еще взяли бурги для гамбургеров мяса. Из говяжьего фарша уже готовы гамбургеры. Гости к нам приходят. Просто свиной фарш и ляшечки куриные, четвертушечки. А и булочки детям в школу, молочко. И Габи вот этот, вот я взяла ее набор любимый. Просто подогреваю, она его очень любит есть. Ну, пока что вроде все. Все, Новый год к нам спешит. Уже продаются фонарики, все уже. И вот здесь вот такая прелесть за $109. Класс. Ой, там еще поезд внутри туда заезжает в этот, в туннель. Кость, ты видел? Классно. Вот выезжает. Ой, какая прелесть, боже мой. 3-4 сентября. А уже вот такое вот состояние душевное, новогоднее. Так, и еще взяли булочки. Вот $6 для гамбургеров. Но мы половину заморозим, половину только используем. Также все продается для Хэллоуина. Уже все костюмы, все украшения. Кому что.
кому что. Ну и как обычно, всякие штуки. Спортивные, детские, игрушки, пластилинки. А, вот, вот это Габи просит постоянно. Фингерлингс. Блин, фингерлингс. Она вот это просит, я вообще не без понятия, что это такое. Надо, это одевается на палец. Она это все время просит. $28. Она смотрит все эти видео всех этих ютуберов, которые открывают всякие игрушки. Она все это в курсе дела. Что это? Вот, ой, какая подушечка. Подушечка такая, которую можно вот так делать. Ой, а почем она? Так, Лейдо, Эскуэ Плаш, сорри, да, $20. Подушечки. Самые плохие родители, потому что мы нашему сыну дотянули до последнего дня, не купили рюкзак. Ну, в общем, просто искали какие-то интересные цены. Ну, в общем, в конце надо выбрать, берем ему черный рюкзак Рутс. Этот, я думаю, ему будет за жирновастенько, за $40. Я ему возьму Рутс за 20. Черный вот такой. Вот такой. По $22. Они были, по крайней мере, я думаю, что цена у них не изменилась. Еще и серые, может быть, серые ему лучше. Ну, сейчас подумаем и решим. Так, ну, в общем, мы решили, да, здесь много карманов, он хотел много отделений, он большой, у него еще такая большую папку мы ему купили. Вот, внутри для компьютера есть место, для папки. Вот здесь большие боковые карманы, туда уже можно ставить что-то серьезное. В общем, вот здесь маленький карманчик, и здесь вот можно... Да, убери руку, ты как... Вот здесь есть это для наушничков. Ой, и для телефончика, и здесь всякие мелочи. Короче, все, как он хотел. Все, как он хотел, так что ребенку будет радость. Так, мы вот накупили всего. Нового больше ничего не взяли, только Костя лампочки взял еще. Там протянуть хотим, попробовать на кухне, когда сделаем ремонт. И мы идем на кассу. Сегодня людей море, время только 11:30. У всех, я думаю, сегодня... выходной, первый день, когда всех отправили в школу. Так что все, идем. Да, на мокрое желательно не ставить. Ну что, мы вышли вот из Wendy's Tim Hortons. Как всегда, первый день школы, последний день школы. У нас Тим, не Тимбитс, а у нас донатс. Донаты для детей. Та-дам! Ну, это их не самые любимые уже, как показывает практика. При открывании этой коробочки тут внутри есть три большие упаковки печеньков. Сейчас откроем, посмотрим, как там оно идет. Вот маленькое расстройство. Я думала, что они будут как в упаковках личных. Оно на развес идет. Ой, я плохо разрезала здесь. Видимо, это клейкая лента для того, чтобы потом заклеивать или что. Надо будет пакетики для бутербродов перекладывать. Давай, так быстро. Первый день школы у Габуськи закончился. Ой, понравилось, да, Габи? Все твои детки были. Ну, идем и дошку возьмем. Там он уже, наверное, вышел. Папа его забирает где-то. Сейчас посмотрим, где он. И Доша! Габи! Привет! Привет, как было? Идем всегда? Куда мы идем, Габи? И штаны тебе, Даша. Габи, смотри. Мама купила много голдфиш. И... все для Габуси с Дошкой. Да? Вот. Габуси. И Дошке рюкзак понравился, да, зайчик? Все вкусненько, и водичка Габина там. На.
детки очень любят. Вот эти именно ванила дип они называются. Со вот, вот этими спринклсами цветными. Да, Эдошка, а какие ты любишь? Вот ты любишь чоколад дип, да? А какие еще ты любишь? Вы любите, да, я взяла самые ваши любимые. Чипсы, попкорн. Да, ну такие это как классика, оригинал. Окей. Габичка, ты хотела вот эти рыбки? Мама купила, ты меня все время просила про рыбки. Уже не лав, ты видела, какая коробку мама купила огромную? Рейнбоу не бывает, зайка рыба. Масса рейнбоу, я никогда не видела рейнбоу рыбки. Ну, детки, я вас поздравляю с началом нового года. Идошка в 5-й класс, Габушка уже идет в старшую, в подготовительную группу. В следующем году уже в 1-й класс, grade 1, Габи идет next year. Габи большая, там у вас сегодня были маленькие детки с вами в классе, да? Которые JK. Ты им помогала? Нет? Они сами справлялись, наверное. I'm not love them. Ты их не любишь? Only I love mine. I love Izzy and Lisa. Izzy have a playground outside of me. Понятно. Габи любит только со своего класса. Все. Начинаем наш новый учебный 2018-2019 год. Удачи! И удачи всем зрителям. Bye-bye.